оставляет шайбу. Вока в атаке. Николин. Пауза. Бросок и гол. Степан Николин 1-1. Несколько скрестных движений. Там и игрок «Динамо» уже без клюшки был. Николин, смотрите, ложный замах убирает правее. И дальше уже, ну, в пустые ворота. Что-то невероятное делает. Казалось, что все, момент для броска уже ушел. Но Никулин не только улучшил позицию, но еще и успел переложить шайбу под удобную руку. На усах сблизился и пробил Артура. Теперь уже попытка от Степана Никулина. Мы сейчас опросим его, естественно, он на площадке. Никулин бросает. Сам Степан Никулин решает все в одиночку. И Локо забирает второй матч. В очередной раз этот молодой человек доказывает, что он не просто так стал лучшим бомбардиром всей лиги.